Здорово, с вами Моборг, я Трэш, и сегодня у нас обзор бесплатной ролевой игры под названием «Герои стихий». Как вы, наверное, догадались уже с первых кадров, игра является наследником легендарных героев меча и магии. Причем чувствуется это не только в визуальной стилистике и геймплее, но и по самому духу вселенной фэнтези. И, конечно же, это безусловный плюс, ведь мало кому удается приблизиться к уровню Home 3 или Disciples. А если удается, то разработчики не вносят ничего нового, пережевывая все старое. Ну а что же нового могут вам предоставить герои стихий, спросите вы? Все дело в том, что клонов героев мы повидали немало. А вот игры подобного жанра, в основе которых лежит грамотное и сбалансированное ММО, можно посчитать на пальцах одной руки. Здесь вы сможете выбрать одну из четырех стихий, в каждой из которых по три класса героев, с уникальной магией и способностями. Выбрав сторону, вы отправитесь в мир приключений с подземельями, боссами и каждодневными заданиями за награды. В отличие от героев, передвижение по карте происходит в реальном времени. Это не заставляет игроков ждать и предоставляет возможность свободно исследовать миры. Что же касается сражений, то тут классическая пошаговая система ведения боя с карточной системой юнитов. Каждое существо является картой, которую можно улучшать за ресурсы, полученные в бою и найденные на карте. Также за ресурсы можно будет пополнять и улучшать магические карты для огневой поддержки и помощи в бою. А уже в скором времени разработчики планируют добавить замки с кланами, турнирами и прочим. В русском и душевном комьюнити вы всегда сможете найти друзей, обменяться ресурсами и отправиться на сложные и увлекательные рейды вместе. В общем, здесь есть все, что необходимо любителю жанра. Прокачка героя, коллекционные карточки, сражения с реальными игроками, порталы с новыми мирами и различными артефактами на пути. Герои стихии однозначно стоят внимания. Разве что вы не любитель ММО, ПВП, пошаговых боев или не любите думать в играх, ища легких путей в достижении топ-контента. Всем же остальным остается только присоединиться и стать новым героем стихий.